Уилл, офицер Броган покажет тебе, что к чему. Начинай. У меня только один совет. Не убивай без крайней нужды, это грязное дело. Провиденс, парень. Ничего не происходит. Все нормально, чувак. Главное, сохраняй спокойствие, ясно? Не убивай, если не придется. Надо выбираться отсюда. Сделаем вид, что это убийство. Заметим следы. Возьмем деньги и подставим другого. Ты раньше так делал. Ну, ах, черт. В смысле? Метил, что пропало? Ружова в беспорядке, но нет. Дело не в одной вещи. Где деньги? У меня нет денег. Я пришел убить твою жену, но ее уже убили. Кто-то другой ее убил. Это просто ужасно. Какие услуги вы оказываете миссис Читлоу? В основном массаж. Расскажи им про танцы. Какие танцы? Ну, иногда, знаете... Пожалуйста, замолчи, ма. Никому не говори. Эй, милая, не выдавай, что знаешь. Хочу проверить, можно ли ему верить. Я во всем разберусь. Завтра ночью берем деньги и уезжаем. Слушай, Пейдж. Может, хорошей жизни не бывает. Можно знать, что ты нехороший. Это лучше, чем верить в обратное. Что позволяет считать это совпадением? Мы хорошие, а хорошим везет.